Всех приветствую на своем канале. В сегодняшнем видео мы с вами поговорим о пряже серии Бонита от фирмы Ланоса. Это турецкая пряжа полушерстяная, в ней 300 метров в 100 граммах. Чем нравится мне эта ниточка? Тем, что, во-первых, соотношение цены и качества соответствует. Во-вторых, здесь очень яркие, красивые, насыщенные цвета. То есть пряжа эта от, скажем, черного до белого, все цвета радуги, очень красивые оттенки, яркий розовый, яркий красный, персиковые, нежные тона, то есть пастельные тона, очень все яркое, красивое, есть также нежное, красивое, то есть здесь очень большая гамма цветов. Из этой пряжи вы можете связать также шапочки-шарфики, она очень нежная, то есть она не колется, довольно-таки красивая, конечно же, подойдет для кардиганов, различных кофточек, носочков, пинеточков, соответственно. В общем, эта пряжа, в принципе, для тех, кто любит очень яркие, насыщенные, красивые цвета. Спицы рекомендуют под эту пряжу 4-4,5. 4,5 я считаю, что это сильно погорячились, написав. Вот, но я вяжу из этой пряжи 3,5 носочные использую, либо где-то 4 могу, опять же, 3,5 использовать для кофточек, каких-то кардиганов. То есть, соответственно, если вы берете двойную ниточку, там уже можете взять 4,5, 5, вот, для крупной вязки. Очень ниточка классная, конечно же, стирать из нее изделия при 30 градусах, для того, чтобы при... скажем так, скрещивание этих цветов, допустим, ярких с белым, либо каким-то нежным, чтобы, конечно же, не линяли. В принципе, при стирке не линяет, но, опять же, соответствие при стирке ручной, мы, скажем так, иногда ленимся и кидаем машинку. Поэтому вы здесь учтите, чтобы градусов было как можно меньше, как можно прохладнее была водичка. Вот. И, конечно же, гладить, отпаривать тоже не рекомендую, так как ниточка может деформироваться. Она склонна немного, но, в принципе, эту пряжу я и довольна. Рекомендую с нее вязать, в общем, так как пользуюсь сама. Кому она нравится, обязательно ставьте лайки. И мне спасибо, что смотрите на моем канале. Комментируйте, кто вязал из этой пряжи. Всем ровных петелек. Пока-пока.